По легенде, наш герой проник в замок короля, когда король спал, и своровал шляпу рыцаря. Король проснулся, услышал и начал догонять нашего героя. Ну и тогда он говорит: «О-хо-хо, так ты хочешь стать рыцарем? Настоящий рыцарь должен пройти множество испытаний. Попробуй пройди, и тогда ты будешь рыцарем». Итак, что же нам приготовил тут король? Давайте мы с вами посмотрим. Я даже не знаю, мамочки, боже мой, тут всякие пилы какие-то. Меховые бассейны. Ну что, надо... ребят, побежали? Мы надо маленькие двери. Подожди! Я не знаю, Дань, но я тут прыгаю через какие-то штуки. Посмотри, какие-то бревна. Мы с вами прошли так быстро. Это, кажется, было легко. Король плачет. Хо-хо-хо. А давайте попробуем, посмотрим, что он там для нас следующее испытание приготовил. Какие-то пилы. Колючки снизу. Крейзи король, он говорит ему. Ой! Нам нужно не спешить. Может быть, нам надо где-то останавливаться, не бежать быстро. Вот остановись! Побежали! Ух! Вы видели, мне чуть ли не дало этим бревном назад. Бежим. Вот здесь остановись! Побежали. Аух! Ребята, это тяжело, я не могу пройти. Ага, и опять этот скелет пришлой. Ах ты, король, ничего себе, он тут для нас испытания придумал. Он плачет. Он плачет, потому что у нас все очень хорошо сейчас получается. Ты видишь, опять что? Опять плачет. Смотри, сейчас я пройду, все, я разозлился. Плачь, король, плачь. Смешная король, сосулькой там. Что за дела? О, он хочет постулить. Так, ребят, стоим. Да ну опять этот топорёк! Смешной королёк! Что за топорёк? Побежали! Ребята, ну давайте же, давайте пройдем этот суперсложный челлендж. Опять сосулька смешной. По-моему, мы тут с вами надолго застряли, ребята, это нелегко. Так, побежали. Ой, серьезно. Плачь, еще надолго тебе плакать. Так. Вот здесь снова стоп. Сейчас пройдем. Ес! Давай 5. Отлично. Да. Король как злой. Там? Король злой. Смотрите, он у нас что-то разлил. Сколько он нам звезд дает? Всего лишь 2. Хм. Ну ладно, мы переходим к следующему челленджу. Тут он для нас что-то новенькое. Смотри, какие пилы. По пилы. Бокам. Воу! Меч. Опять пью. Воу, это что за штука? Это что? Это магнитный медведь. Воу. Я не знаю, что тут происходит, но я бегу. Да ладно, мы прошли. Так быстро, с первого раза, ребят. Крутяк. Классно. Ну, как-то вот так. О, он снял корону уже. Он странный дядя. И он нам дал 3 звезды. Так, ну что, друзья, о, посмотрите, какие крокодилы сейчас будут. О, какие-то крутилки-вертелки. Так, мы переходим к четвертому. Там был пресс. Четвертому, да, вот так, Что я показываю? Я показываю 3. 3. Вот. А вот же 4. К четвертому раунду, друзья, побежали. Нет! Ой, король разделся. Пузатенький король. Скелетик, что тебе надо? А ну-ка побежали, Милан. Ать! Да. Ребят, как тут пройти нам? Я не знаю. А ну-ка. Стоим. Пробегаем. Бежим! Есть. Вот тут просто перепрыгиваем. Снова прыгаем. А вот здесь что? Ай! Надо было бежать внизу. Я взял, прыгнул. Господи, как же это здесь магнит. Тяжело. О, мы начали. Мы с чекпоинта начали, да, абсолютно это верно. Магнит. Пробегаем, просто пробегаем. Нет, не помогает. Это магнит. Надо быстро побежать. Или, нет, остановиться. Да, надо здесь остановиться. Стоп, бежим. Оу! Я же говорю, тут пресс есть. Ребят, ну помогите, спасите, как пройти этот уровень? Он же управлял... Стоп! Молоток, поднимись! Ой, что это? О!
Нет же! О, крокодил! Крокодил. Крокодил зубастый. Да. Крокодил, крокодил, он нас взял и откусил. Вот это, посмотрите, какая штука прикольная. Ребята, осторожно. Открывай рот, бежим. Вот эта штука очень такая... Найс. Сложнее. Бежим! Yeah! Ставь лайк, нам показывают, друзья, тоже обязательно ставьте лайки. А так, друзья, мы можем выбрать другого героя. Кто тут у нас есть? У нас, мы были вот таким. Смотри, мы можем выбрать вот такого рыцаря. А клоуна, клоун пока закрыт. А это кто? Это за видео. Да. Мы сейчас взяли нового рыцаря, а того мы попробуем в другой раз. Нам надо 25 видео. О, седьмой тур. Седьмой тур. Оу, смотри, смотри, какая железный дракон. Вот это челлендж. Так, и я новый рыцарь, посмотри, какой я. Ты выйдешь с перышком. А ну-ка побежали, друзья. Так, все нормально. Все отлично. Ой! Отлично. Смотри, у меня неплохо получается. Я уже далеко добежал. Да как же тут? Да бойся, мешает он. Что происходит? Ой, посмотри, а его-то два раза можно ударять. Я без ножек бегу. Бедный. А почему он без ножек бежит? Есть. Воу. Воу, нет. Голова! Голова! Голова моя прибежала! Есть? Давай 5! Король вот так показал! Что такое? Король! 3 звезды нам давай! Хм, плохой какой-то король у нас. Какой-то он... Вау! Уже вечер, смотри. Вечер! Скоро будет вообще новый мир и новая карта. Ну, друзья, да. Побежали. А давайте дойдем на новый карту. Смотри, у меня сейчас есть ноги, туловище, голова. Все в порядке, я бегу. Воу-воу-воу-воу-воу! Что это за пилы? Мама! Он вот так шагает. Ты с одной ножкой. Я с одной ножкой? Да. Я что? Ты с одной ножкой был, теперь с одной. Мамочки, пила. Вот это. Это компас. Оу! Меня отпилило. Побежали. Давай! Давай! Ну, неплохо, да? Да. А что он радуется так? Я не могу понять. Что ты радуешься, король? Друзья, мы тут нашли такую прикольную фишку, где мы смогли разблокировать все уровни в этой игре. Это, конечно, стоило нам денежек, но мы хотим попробовать, что будет дальше. Давайте выберем любой уровень, какой вы хотите. Индиго века. Ну, как вариант. Вот это. 45-й. Да. Ну, давай, давай. Итак, смотрим. Вау, ночь, темно! Дождь идет и какие-то совершенно новые штуки. Ну-ка. Что такое? Да как тут пройти, господи. Это большой капкан. А ну-ка. Мама, смотри, какой капканище. Да я даже тут не могу дальше убежать. Что это такое? Смотри, смотри, сейчас он упадет. Беги. Воу. Голова, беги. Голова! Ай, голова! Получай, голова! Ну ладно, а что еще есть? Давайте другой уровень возьмем. По-моему, мы такой проходили, нет? Это первый уровень. Вот такой пилы я не видел! Вау! Капкан. Тихо. Тихо. Ау! Да ну! Ты меня не тронь! Головешку мою не тронь! Слышишь? Ты не тронь! Не тронь! Да голова чуть-чуть до финиша осталось добежать! Что за дела? Ты с ногами новыми, с одной ногой бежишь. Есть! Смотри, я с одной ногой, но зато я добежал. Ну ладно, молодец мой рыцарек. Он будет плакать? Да, он плачет горькими слезами. Ого! Воу-воу-воу! Что за крутилка-вертелка? А это что такое? Вау, пила! Ты меня не тронь! Ты меня не тронь. Друзья, ну что, вот такая вот была сегодня игруля. Ты меня не тронь. Даню вы не тронь. Да этот король какой-то он это, тогося что-то. Лучше быть просто рыцарем. Ну да. Ты меня не тронь. Друзья мои, ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на канал FFG TV. Всем удачи, всем пока-пока.